По общему мнению, изобретателями горных лыж являются скандинавские крестьяне, которые первыми стали использовать укороченные лыжи и палку для спуска с горных склонов. Программа зимних Олимпийских игр этот вид спорта был включен в 1936 году. Мы находимся в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА по горнолыжному спорту, расположенной на Крылатских холмах. Данная школа работает уже больше 10 лет. Есть определенные позитивные результаты. У нас были выступления на всероссийских соревнованиях, первенствах города Москвы и других региональных соревнованиях. В данный момент в школе занимается более 500 человек. Работает 7 тренеров. Практически все тренеры имеют звание мастера спорта. Наша школа пропагандирует здоровый образ жизни, привлекает к занятиям спортом и является основополагающим, наверное, в работе целого микрорайона, который здесь расположен в Крылатском. Свое мастерство начинающие горнолыжники демонстрируют во время соревнований, таких как открытое первенство детско-юношеской школы ЦСКА «Юный армеец». В этом году в них приняли участие более 300 спортсменов, которые разыграли 10 комплектов наград в 5 возрастных категориях. Награждаются, да?